Оклад увеличат, но зарплата не увеличится. Так в медицинской сфере региона отреагировали на пересмотр структуры их заработка. Но в целом идею увеличения базовой ставки поддержали. Мы намерены твердо отстаивать основной постулат. Минимальный базовый оклад не ниже МРОТ, а может быть даже не ниже двух МРОТ. С января оклад медиков будет составлять не треть, а почти половину зарплаты. Меньше станет зависимость от стимулирующих выплат, например, норматива приема пациентов. Так, пока у офтальмолога в Тогуле показатель 32 пациента в день. А как замотивировать врача, да, чтобы он принимал такой объем людей? Ну, хотя, честно, вот субъективно этот объем людей завышен. У нас получается человеческий конвейер, по сути. То есть у нас один ушел, второй зашел. Они радуются, что окладная часть увеличится. Значит, если премии выплачивать, премии тоже будут увеличиваться. Стимулирующие будут. Зарплата увеличится. Но на самом деле я вот думаю так, что заработная плата не увеличится. Сотрудники медицинской сферы уверены, что зарплата останется на уровне прежней за счет уменьшения стимулирующих выплат. Но, несомненно, рады, что структуру зарплат рассматривают и надеются, что это лишь начало процесса. Медики считают, что нужно в корне изменить сам подход. Что санитарка, что медсестра, что врач с начальной категории получает практически одно и то же. У санитарок иногда даже теперь не заработная плата выходит больше. Все, кроме одного, сегодня проголосовали в поддержку решения. Это первый шаг нового министра к тому, чтобы заработок медиков в регионе стал стабильным. Дополнительные деньги на увеличение окладной части уже в январе направят из фонда медстрахования. Анастасия Дороган, Алексей Фризин, наши новости.